Как сани готовят летом, так у энергетиков хватает работы в теплую пору. Ульяновский регион не исключение. Бригады местного филиала компании «Т-Плюс» на финишной прямой по ремонту и модернизации ульяновских коммуникаций. За лето ресурсники обновят порядка 11 километров труб на общую сумму в 600 миллионов рублей. А прослужить коммуникации должны не меньше 25 лет. Работа выполняется в соответствии с технологией под непосредственным контролем администрации города Ульяновска, дорожного комитета. У нас работы проводятся по подготовке к отопительному сезону по всем районам города Ульяновска. В Левобережье к зиме готовят тепловые сети как Т-Плюс, так и МУП-Теплоком. Магистраль на улице Калининградская, как и еще 20 километров коммуникации на верхней террасе, компания Т-Плюс под свое крыло взяла 3 месяца назад. Во время гидравлических испытаний на этом участке произошел порыв подающего трубопровода. Причина – трубы проржавели. После раскопок на замену части тепловой артерии ушел день. Всего гидравлические испытания показали 50 порывов Заволжья. Большую часть из них уже устранили. В будущем наиболее проблемные участки энергетики намерены заменить, направляя по 2,5 миллиона рублей ежегодно. Хочу отметить, что Т-Плюс прокладывает трубопроводы только в предизолированные трубопроводы в заводской изоляции, что позволяет существенно сократить сроки монтажа и повысить надежность и качество монтажа. Специалисты теплокома работают на участках по улицам Жуковского и 9 мая. Здесь бригады из 2 сварщиков и 6 слесарей меняют участок тепловой сети диаметром в 27 сантиметров. К ремонту приступили в июне, а закончить планируют к сентябрю. Поменяли уже порядка 150 метров трубы. Еще в планах поменять 80 метров. Еще у нас, происходит попутно замена тепловой сети диаметром 50 миллиметров на улице Меликесская. Энергетики обещают сделать все от них зависящее, чтобы подойти к отопительному сезону с максимально хорошей готовностью. А значит, в домах заволжцев даже в лютый мороз будет тепло и уютно. Особенно приятно, что в этом году Т-Плюс работает без ограничения потребителей. Там, где проводят полное техническое перевооружение сетей, горячая вода подается по резервным схемам. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.